В Ненецком округе в рамках исполнения требований прокуратуры отделом надзорной деятельности проводятся внеплановые проверки объектов, реализующих пиротехнику. О том, как выявить некачественный товар, а также о мерах безопасности в обращении с фейерверками, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Ой, хлопушка, хоть римская свеча, всем выдается вот это правильное пользование, чтобы они читали и правильно пользовались ей. По правилам, каждому покупателю пиротехнических изделий выдается инструкция по их эксплуатации. Также изделия должны храниться в сухом помещении перед попаданием на прилавок. Витрины в магазине должны быть закрыты. В данный момент мы находимся на одном из объектов. По итогам проверки, в принципе, здесь нарушений не выявлено. Размещен отдел по реализации пиротехники на верхнем этаже здания, как и предполагается правилами. Витрины, мы видим, все закрыты. Доступа покупателей нет. Есть продавец-консультант, который при обращении потребителей может все рассказать, показать. Также на объекте нам предоставили разработанные памятки по безопасному использованию пиротехнической продукции. Также они вручаются всем покупателям пиротехники. У пиротехнических изделий существует свой срок годности. В большинстве случаев максимальный срок хранения – 3 года. В случае, если у товара истек период его эксплуатации, пиротехническое изделие необходимо поместить в емкость с большим количеством воды, тем самым утопив все снаряды. Знать правила, как эксплуатировать пиротехнику. Вот у нас мы раздаем памятки, как нужно правильно пользоваться пиротехникой. Также на каждой упаковке инструкция прописана, как ней пользоваться. Вот. Пиротехникой надо на расстоянии руки поджечь сам салют, отойти не менее 15 метров от нее, от салюта. Пиротехнические изделия необходимо эксплуатировать вдали от зданий, детских площадок. При ветреной погоде стоит отказаться от запуска фейерверков. Место для запуска должно быть оборудовано. Необходимо установить конструкцию устойчиво. Для удобства жителей МБУ «Чистый город» организовывает 2 участка для запуска пиротехники. Напомню, для того, чтобы Новый год прошел без последствий, необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации пиротехнических изделий. Будьте осторожны. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».